Спорт занимает в жизни каждого гражданина России все большее место. Традиционные и нетрадиционные, олимпийские и неолимпийские, классические и народные виды спорта становятся все популярнее. Фитнес не включен в школьную программу, поскольку не является классическим видом. Однако благодаря занятиям многим удается сделать тело красивым, выносливым и спортивным. В ульяновской школе номер 62 ученики команды, которая победила в районном этапе весенней эстафеты, считают, что фитнес будет полезен детям. Открытый урок физкультуры – задумка фитнес-тренеров и учителей физкультуры. Группа разновозрастная, представители 6, 7 и 9 классов. Большинство – старшеклассники. Такой урок очень полезен детям. Он маленько отходит от программы школьной, но им очень интересно, им нравится. Я думаю, это хороший посыл. В основном у нас здесь присутствует 10-11 класс и 1-я и 2-я школьная эстафетная команда. Готовиться к эстафете в школе умеют, тем не менее, открыты для экспериментов. Фитнес, по мнению учителей, поможет улучшить координацию спортсменов, внутреннее чувство ритма, задействует те группы мышц, которые на обычной легкоатлетической тренировке недостаточно работают. Это положительная эмоциональная встряска для подрастающего поколения. Возможность привить здоровый образ жизни к будущему. И поскольку фитнес и школьная программа имеют некоторые отличия, это позволит заинтересовать подростков в дальнейшем физической активности. Детям очень понравился урок. Мнение, что фитнес – спорт только тех, кто нуждается в коррекции фигуры, они признали неправильным. Сплав танца, акробатики, гимнастики и достаточно серьезной физической нагрузки принес удовольствие всем. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.